наводили там пистолет курок в голове, говорили там за парфюм улесин ба, типа за парфюм умрешь. Нанын алды толган толпа біздің алдымыз, резиденцияның алды толпа, өрт, газ. Ликвидированные лица были, их не могло не быть, но тела, трупы, так скажем, эти люди унесли с собой. Цель была не человек, цель была форма. Такой, да, фокус был у них. И, соответственно, любой человек, который бы одел форму, например, он бы подвергся, можно сказать, насилию. Собранный им видеоматериал как бы является хорошим вещественным доказательством для нас расследования. Уже жаңағыдай маған қараған жоқ, топырлап уж кіре бастады. Тыңдайма мені. Если ему скажи, пойдем в аэропорт, он пойдет в аэропорт. Скажи резиденцию, он пойдет в резиденцию, потому что люди на адреналине, что-то нужно делать. Қарасам жастар, алтындарым, балаларым деп айттым. Сен бұл музей, әкімшілігі здание емес алтындарым, бұл мәдени құндылық, бұл қазақ халқыныкі. Қазір сындырсаңдар, сендер тарихтарын жоғалтасыңдар. Бесінші қаңтар күні таңертең мен жұмысқа келдім. Үйткені қазіргі уақытта мен директордың міндетін атқарып отырмын, директордың орынбасарымын. Осы музейде 18 жыл болсын мен жұмыс істегеніме. Таңертең келгеннен кейін бірден Алматы қаласында жалпы қазақ төтенше жағдай жарияланды. Иә, сол төтенше режимі жарияланғаннан кейін мен оны қызметкерлерімнің бәрін жұмыс орнынан босаттым. Өйткені біз төрті күні бұл оқиғаның ушығып келатқанын естіп жаттық. Оқиға уже ушығып келатты. Ол кезде біз білген жоқпыз бұларды қалай айтатынымызды. Бүлікшілер қозғалып бері қарай ушығып келатқанын білдік. Содан кейін мен барлық қызметкерлерді дер кезінде ерте үйлеріне қайтардым да, өзім ойланып, бес жаңағы инженерлік техникалық бөлімнің жетекшісін алып қалдым, бес жігітті. Содан кейін менің жанымда директордың қаржы жөніндегі орынбасары Тәметова Анар Төлеушайқызы қалды. Өйткені ол кездегі менің состояниемді, жағдайымды білесіздер. Менде қызметтік міндетім бар, жауапкершілігім бар. Сонда қанша адам болды? Сонда 7 или 8? 6 адам болды. Алты адам болды, бәрі қалды. Содан кейін бір уақытта сағат ары-бері жүрдім кабинетімде сағат екілердің кезімен менен сағатты нақты білмеймін, екілердің кезі деп ойлаймын. Уже менің жаңағы келіп нелерім айта бастады қызметкерлерім. Осы жерде шуым шыға бастады акиматтың, Алматы қаласының әкімшілігінің маңайында шу шыға бастады, жарыла бастады, уже түтін кетті. Жаңағыдай газдың иісі кетті, уже айғай шу, адам көбейе бастады, толпа. Жаңағы топ көбейе бастады, бүлікшілердің тобы көбейе бастады. Сол кезде мен бірден бізде екі кіреберіс, орталық кіреберіс бар бізде, екінші бізде қызметтік кіреберіс бар музейдің артқы жағында. Екеуінде де бізде осы музейдің ішкі сыртқы қозғалысын көрсетіп тұратын монитор тұрады. Екі жағында бізде арнайы күзет бөлімінің полиция қызметкерлері отырады. Екі жағында да. Мен сол екінші жағына барып мониторды қарап отырдым. Өйткені жағдай күшейіп келе жатты. Мониторды қарап отқанда сағат екілерден аса, былай қарасам, мен музейдің артынан жаралы біздің жаңа курсанттарды көрдім. Жас жігіттер, 18, 19. Содан кейін полиция қызметкері, екі полиция қызметкерін мен музейдің алдынан кіргізіп алдым. Өйткені мен монитордан көрдім. Әлі бізге жақындай қойған жоқ ол кезде. Неше таза болатын. Өйткені ол полиция қызметкерлері, өздеріңіз білесіздер, әкімшілікте де дежурт етеді, бізде де ауысып тұрады. Ауысым кесесіне. Тоже олар білет, иә, сізді? Олар бізді музейде білет, мен де оларды білемін. Сондықтан бірден балалар қорып кетмейтін, бірден шешім қабылдадым, кіргізіңдер, тез кіргізіңдер, кіргізіп алыңдар деп. Өйткені біреусінің қабырғасы сынған, қолдары сынған, енді бетін айтуға болмайды, уже қан жоса, бәрінің басы жарылған. Беттерінен түк жоқ, қан жоса. Тоқтамай жатыр кейбіреулерінің қандары. Мен оларды соның кейін кіргізіп алыңдар дедім. Сол мезетте жаңа курсант кішкентай 19 жастағы бала келді. Одан да үстінен түк жоқ, қолында не бар деп ем, қару ретінде тек қана мынадай күрегі бар екен. Анау жер қазатын күрек бар ғой, сол ғана бар екен, ана қорқып кеткен кішкентай бала. Сол кезде мен осы жаңа қайтарғанда бір осы жерде бізде менеджер бар, біздің мынағы шаруашылықтарға жауап беретін менеджер, орта шенді, орта дәрежелі менеджер қызметкер бар. Соның кабинет астында ол үйіне қайтайын деп жиналып жатқан кезі ғой, тура соны айттым оған, сен қал, Раушан,
сен мыналарға алғаш көмек көрсете бер. Өйткені менің уже шамам келмейді, болды мен байқап баратырмын, мынаяқ толып келатыр, ұялдымыз. Сен осыларға алғаш көмек көрсет, өте пысық әйел және осы жерде 20 жылдай істейді. Мына астыңғы қабат, үстіңгі қабат, өйткені шаруашылық бөлімінде болғаннан кейін өзі тиянақты, бәрін біледі ол әйел. Мен айттым, сен қайтпа үйіңе. Қайтпа? Сен енді әрине енді басшының несін орындайды ғой ол кісі. Сен түсте мынаны алып кетсе, мыналардың қанын несін нете бер дедім. Подвалға, я? Я. Жоқ, ол кезде подвал болған жоқ. Одан кейін бит жақындап келетті, жақында тағы екі күзет несі келді, мен астында отырған ғой. Сол кезде Анар Төлеуші аяқына жүгіріп бейін тыққан, неге аптечкаға үстіне жүгіріп кетті жаңағы. Қаржы жөніндегі зам өзіме серік болып қалды ғой енді, біліп тұр ғой мен жағдайымды. Астындағы жаңағы бес жігітім жан жаққа жүгірді. Бізде әртүрлі есіктер бар, кіре берісі астында. Былай айтқанда, бұл Занияға 85-ші жылдан бері ремонт жүрмеген, бұл өте кеңес кезінде, совет кезінде салынған Заниялардың осы жолы байқағаным есіктері өте осал. Өте осал. Мынандай құндылық сақталып тұрған жерде есіктеріміз өте осал. Осал екен. Мен осында байқадым. Сосында ситуацияда қалып. Мен жігіттерге жүгірдім, артына жүріңдер, алдына қарап келіңдерші. Может, ана жақтан сындырып келатқан шығар деп, бақылайын деп, олар жүгіріп кетті. Сол екі ортада уже мыналар келіп, есікті тарсылдатып, уже бұза бастады. Давай, выходи. Давай, шок. Дамир Аманжолов единственный человек, который показал вообще всю хронологию 5 января, что происходило. Это был только один день или два дня? Ну, это было вот с 4 на 5 всю ночь. Вот. И уже, грубо говоря, весь день на 6. Можно сказать, почти два дня. Ну вот когда мы посмотрели все ваши сторис, и мы увидели прям хронику, да, то есть так было все четко снято, да. Вы были практически вот во всех местах, где были мародеры, бандиты. Главный вопрос, который задают все люди, я думаю, вам, и наверняка и у органов, да, как вы успевали, да, находиться во всех местах? Вот эта съемка, она шла где-то порядка 15 часов. Если мы заснимем, чтобы вот особенно же эти вопросы поступают же, люди же, которые не живут в Алма-Ате, соответственно, они не знают как бы расположение наших помещений, в целом наших, да, административных зданий. Они не знают, что здесь Акимат, через дорогу, через две минуты, да, здесь резиденция, что вот сразу напротив здания, здесь магазины, в целом. Ну вот условно, как бы, вот Акимат, вот резиденция. Да, здесь между ними как бы буквально там сколько, 30 метров, да, отделяет это, там 10 секунд ходьбы. Тут же вот до площади, например, оттуда вот, например, вот это здание, где горело, где мы тушили, например, там сколько здесь, 200 метров, да, идти. Дальше внизу, у которых рестораны стоят, там порядка 30 метров. То есть все находилось рядом? Да, все находилось рядом. А вы в какое время сюда подъехали? Ну, это было в ночь с 4 на 5? Это где-то было 5 числа, где-то вот порядка 10-11 часов. Ну, утром, можно сказать. 5 числа утром. Когда вот никто же не ожидал, что мирные митинги перейдут без парадки, да, где-то вот 4 на 5. Где-то вот, ну, 5 ночью, получается, же все же, площадь захватили же демонстранты же. И вот уже днем начали уже захват и штурм Акимата, вот, который сейчас полностью у нас, можно сказать, сгорел. Был естерді бұздыма? Я, ну, а есікке келді, уже есікке келді, да, мен терезеден қарап тұрым, урна тұр, екі жағында, байқайсыздар, екі жағында бұл есікке урна тұр. Сол урнаның біреуісін алды, мынаның ортасы шыны. Өйткені жаңағы біздің жұмыс уақытымыз бәрі жазылып тұрады, әдемі декоративный шынымен жасалған. Сол шынының біреуісі алды да, өзім қарап отырмын ғой, сындырып қалды жаңағы да. Сөйтті де сүтін тағы сындырды да, жаңағы жігіттер жаңағы астынан өтті ішіне. Сөйтті де қолдарында ломбар, ломбар қолдарында. Мен білмеймін, қолдарында. Сіз сонда осы жерде тұрдыңыз ба? Мен астында күзет орны, қазір сіздер көрсетемін, күзет орнында астында монитордан қарап отырдым ғой. Мен ол кезде уже орнымнан тұрып кеттім. Қанша адам болды сонда? Біріншіде мен қазір өзіңіз ойлаңыз, олар сындырып атты. Мен сындырып атқанда адам ретінде ана жерден шығып кеттім. Уже мен де білмедім, уже мен жаныма кеп қалған сияқты болды олар. Иә. Сондай ғой ішіне. Қашайын деп ойладым да білмеймін ғой, сознаниемде нем бар. Шығып кеттім де ары жүгірдім, бері жүгірдім, айғайлаймын, жанымда ешкім жоқ.
Сонгин, солы картада, мен жаңағы, жаңағы директордың орынбасар қар жөндегі. Ол жаңа аптечканы алып жүгіріп келатыр екен, и жаңа бір жаққа жіберген Ерболат Әліпиев деген осы ғимараттың тазалығына несіне жауап береді, сол жігіт жүгіріп келатыр екен. Ой, тоқтаңдар, тоқтаңдар деп айттым, тоқтаңдар, тоқтаңдар, мына жақта мына бітті аналар кірді деп айттым, қазір шығамыз дедім. Сөйтіп айттым, сол кезде жаңағыдай атын еді, есімді жиғаным сұрап жүгіріп барсам, полицейскийлер жаңа астыңғы бөлмеге қойған ғой, Раушан деген жаңа Құлмағанбетова деген менеджер келіншек біздегі. Мен айтам, Раушан, мыналарды бір жерге тық деп айттым, болды. Сөйтіп басқа шамам келген жоқ менің. Жүгіріп былай қарай шықтым, былай қарай шығып, бұндай не істейміз деп едім, оларда адам ғой, оларда енді менің бұйрығымсыз ана кімнің көзіне жас толып кетті уже. Сол екортада бұлар акасы, мен қазір қарасам, бұзып, сындырып кірген мен пагана жерде сөйтіп атқанда. Мынаның үстін бір айналып өткен 20 шақты адам. Не жасаған енді? Рейд сияқты. Рейд, апот сияқты. Может, біз тұрған шығармыз ішінде. Иә. Рейд жасаған, содан кейін олар бір топ шығып кеткен, содан кейін 5-6 қайта кіргенде уже сындыра бастаған кезде, уже мен ол кезде менің ойымда ешқандай да өмір анау жайлы ой болған жоқ, менде тек қана қызметтік міндетім, жауапкершілік, және айттым ғой сізге, 18 жыл осы жерде істеймін, құндылықтардың өртенетіні ғана көз алдымда, сынатыны ғана көз алдымда болды, болды. Басқа нәрсені ойламадым мен. Бүйтеді ғой, өртенсе сөйтеді ғой деп ойлаған жоқпын. Қазір келеді сындырады деген, өйткені мен мына жақтың өртін бәрін көріп отырмын, олар сындырып келе жатқанын. Басқа ой болған жоқ, мен уже жүріңдер дедім да, жүріңдер деп осылай айттым. Бітті, мен костюмді бір шешіп бір киген, әйтеуір есіне ана кісі аналар айтады, уже сізде тұр болған жоқ, мен жүгіріп кеттім, болды. Жүгіріп отырып ана служебныйда мына жерден жүгіріп шықтым. Сол кезде ана 5-6 мен жүгіріп шыққанда уже камераны сындырып, ана жердегі бізде көрдім. Дабыл қағатын не бар, соны сындырып, жаңа кішкентай монитор соны сындырып жатыр, сындырып жатыр екен, тарсылдатып. Біреусі банкоматтың жанында тұр қайта-қайта. Банкоматтың жанында. Мен кіріп шыққан кезде талпа кірді. Мен оның шамасын білмеймін енді. Өте үлкен талпа, маған қызметкерлерім айтады, апай 100-ден асты, меніңше 200-ге жуық деп. Талпа кірді, оның ішінде әйелі де бар, ана талпаның ішінде. Қыздар да жүр оның ішінде. Сол кезде мен алдынан жүгіріп шықтым, примерно осы жерде тұрдым. Ана жерде бізді жабық қой, білесіз ғой, екі жағынан да олар өтті, ананың екі жағынан да. Ну, мы видели ваши сторис, видели ваше видео, вы заходили вовнутрь акимата, да? То есть, и благодаря вам вы спасли военных, которые находились в подвале. Ну, можно сказать так, но, как я говорю же, я же больше такой человек, который верит во Всевышнего. Возможно, это просто Всевышний меня отправил, чтобы я им помог. Это во сколько примерно было? Это было 5 января, да? Это было 5 января. Всевышний их спас, а я им помог. Вот. Ну, а как это получилось? Вы находились здесь, то есть здесь были и мирные митингующие. Вот если, вот вы же видели всю эту толпу, вот как бы вы ее, скажем, там распределили по группам, да? То есть там же ведь были и мирные митингующие. Да. Если брать высказывание нашего президента, да, нашего уважаемого президента, то, что было 20 тысяч террористов, кто как представил, да, когда говорится 20 тысяч террористов, кто-то там представил там боевиков, кто-то представил с автоматами, с гранатами. У каждого просто создал какой-то образ, который, возможно, там складывался за всю его жизнь. Где-то в фильмах он услышал, что такое боевик, и примерно с фильма посмотрел и сравнил их. Боевик назвали просто тех людей, ну, наш президент, я считаю, не будет же говорить, типа, вот 20 тысяч боевиков, из них там 3 тысячи мародеров, 1000 боевиков, например, да, там 5 тысяч митингующих, он же не будет это делить. Соответственно, он просто как бы выразился так. Соответственно, мы должны понимать, что не было те же самые 20 тысяч террористов, просто люди делились на группы, как я ранее говорил, да, те же самые 20 тысяч людей. На площади было митингующих пару тысяч, которые от начала до конца стояли. Хочу подметить, что... То есть это были мирные митингующие? Да, мирные митингующие. А как они отличались? Что их отличало? Что их отличало? Во-первых, они не скандировали какие-то вот эти, которые, да, вот выбегают там, шаукет, шаукет. При чем тут вот это? Они выдвигали политические прям правильные требования, они их обсуждали, никто никого не перебивал, вели себя культурно. Это было сразу заметно. Плюс еще интересный момент, среди них было очень много провокаторов. Сейчас буду про всех рассказывать, начиная с площади. Среди немного провокаторов, которые вот так, например, подбегают и говорят, блин, надо резиденцию там штурмовать, пойдемте поможем. Подбегают, и вот толпа стоит, вот слушает, там какой-нибудь Ахсахал говорит, и вот я действие покажу, например, и здесь ему какой-нибудь провокатор бежит, он поворачивается, его слушает, и, например, или там помочь, или его слушать и помочь, и на измене человек стоит. Ведомость, да, происходит, потому что
легко было те же самые манипуляции происходить в таком хаосе, потому что происходит вот эта паника, и человек в состоянии спокойствия, а в состоянии такого адреналина, да? И нужно просто вот эти щелчки нужно было, чтобы их двигать. И, соответственно, люди вот так стояли, кто-то побежал в резиденцию, кто-то до конца остался. И вот кто именно до конца остался, они наводили там порядок. Даже те брусчатки, которые вот есть, были провокаторы. Но там не было немного, да, таких людей? Ну, порядка больше тысячи, тысяча точно было. Угу. Тысяча адекватных людей, которые вот камни, которые митингующие там, провокаторы, которые бросали камни, вытаскивали с брусчатки, они даже собирали эти камни, ставили на место, они подметали, они там вывески делали, мирный митинг, смайлики промысовали, показывали доброжелательность, это сразу было заметно. А как отличались провокаторы? Вот, то есть как они выглядели? Ну, провокаторов нету такого прям точное, да, отличие какое-то. Ну вот вы все равно же, вот как военные, да, бывшие военные, вы наверняка у вас какая-то внутри аналитика была, то есть вы видели каких-то людей, которые, ну вот, человек пришел на митинг, да, там, он еще не знает, он мародер или нет, да, то есть вот в такой форс-мажорных обстоятельствах он оказался там мародером, да. А есть люди, которые реально пришли там, может быть, кто-то за оружием, да, какие-то бандиты, кто-то пришел там с какой-то определенной целью. То есть вы как-то их для себя распределили? Ну, если говорить ярко провокаторов, да, это два момента, которые я хочу подметить. Это первое, это люди, которые слишком скрыты. В знак моего протеста против такого я снял маску. Я без маски здесь бегаю, я маску не одевал, чтобы показать свое лицо, что я, если на камеру попадусь, я ничего не боюсь, потому что я здесь делаю правильные действия. А те, кто задевал маску, прям прятался, задевал капюшон, вы же понимаете, соответственно, человек пытается себя скрыть, значит, он что-то хочет сделать. И, соответственно, даже если, грубо говоря, те провокаторы, они приходили в капюшон, у них максимум там чуть-чуть глаза были видны, которые там кричали. Никто не подходил вот так смело с открытым лицом или даже с обычной медицинской маской. Там были как будто подготовлены люди, прям, которые закрывались и призывали на что-то. Вот этих мирных расшатывали. И еще второй момент, который подметит, помните, красная куртка? Угу. Сейчас же все говорят, это сейчас я поступаю, ну, мой директ — это как поле боя войны, да? Поле боя, где сейчас все обсуждается, все в директе. И, исходя из этого, построилась интересная хронология. Когда я был на площади, и в целом, когда я здесь проходил, где-то 5 раз было на меня не то что нападение, да, за меня куртку хватали, там, пистолет наставляли, куртку, говорит, сними, там, ты красный, ты провокатор. Я не понял, все убили фокус на красный цвет. Я как бы этого значения не придал. Это моя единственная куртка, да, которую купил там 2 года назад. Потому что я вот всегда одеваю вот типа вот такого, больше такого, как классика, в классике захожу. А эта куртка, как бы с классикой не денешь. Я ее в основном в горы одеваю. В горах, чтобы не потеряться, бывает же, красный цвет яркий одеваешь. Как бы в городе просто так не оденешь ее. Даже если в Инстаграм пойти вниз, там ленту полистать, у меня там 2 года назад здесь фотки с этой курткой. И получилось так, что люди говорят, что ты один из провокаторов, ну... То есть люди в красной одежде были провокаторами? Говорят, что люди с красной одеждой это были координаторы. Возможно, не, можно сказать, не провокаторы, а координаторы. Можно и назвать их провокаторами. И получилось так, что я был в красной куртке, и сейчас я очень много получу хейта, то, что как я везде успевал, первый вопрос, да, как я везде успевал, что у меня здесь были крылья, хотя это поступали, я заходил, смотрел, откуда люди пишут, там же локация есть, чтобы для себя анализировать. Это провокаторы какие-то пишут, или что они пишут, например, там город Атырау. Я понимаю, что она в Алмате не была, или он, и он не понимает расположение, что вот Акимат, вот резиденция. Сами знаете, здесь вообще площадь маленькая. Здесь 2-3 минуты между ходьбой, между каждым. Да, мы можем прямо сейчас даже пройти в сторону резиденции, да? То есть вот военных, когда вы спасали, вот мне этот момент прям очень запомнился, потому что это было действительно спасение, потому что если бы они остались в подвале закрытыми, да, то есть они бы просто задохнулись бы. Ну, давайте тоже подметим то, что и гражданских вытаскивали. Пусть будут даже это, возможно, мародеры, которые просто теряли вытаскивали. Сознание. Да, теряли сознание из-за углекислого газа. Многие сейчас мне пишут в Инстаграм, типа, зачем ты их вытаскивал? Пусть они умрут или еще что-то. Ну, здесь вопрос именно человечности, мы же понимаем, что вот это главный ход Акимата, прежде чем как вытаскивать военных, я туда забегал, на лестнице площадки очень много лежало тел. Кто стреляет? На каком этаже он? Четвертого? Это кто лежит? Вы да. Все вытаскивали мы на улицу? Мы всех вытаскивали и откачивали полностью. И когда я туда забежал, я задался ранним вопросом. Там же люди тоже бегали. Это были мародеры, которые брали имущество. Почему они не вытаскивают? А потом я просто встал резко на его место, быстро в голове это все, там, 5-секундное дело. Встал на его место и подумал, ему компьютер лучше вытащить или человека? С какой целью он сюда пришел? Соответственно, он с целью пришел не спасать сюда людей. Моя цель была спасать людей, соответственно, я видел этих людей. А как вы узнали, что военные были в подвале? Дальше, когда мы вытащили общие 7 человек, вытащили с первых 5 человек, потом еще 2 вытащили, вот эти 2 были, ну,
наверное, под алкоголем, может быть, и наркотики употребляли, я это не могу утверждать. Но они были в каком-то кураже, они внутрь начали забегать опять внутрь. И я не знаю, что с ними случилось, но, возможно, мне кажется, они там не остались. Если дальше потом говорить именно про военных, вот, приятного аппетита. Спасибо. Если говорить про, именно говорить про военных, дальше мы, я бежал, когда я вышел на улицу, люди стояли на улице, и когда сейф вытаскивали, сейф вытаскивали, деньги делили, я начал у них спрашивать, типа, вы военных не видели? И мне говорят, там, типа, вот, на четвертом этаже, типа, поможет, что-то говорят, есть, типа, просто человек мне говорит, и да. Ну, я видела, как вы бегали по этажам, искали людей. Да, и в подвале, говорит, есть. А я говорю, а где подвал? Он говорит, ну, типа, не знаю, он был фокус, он просто сфокусился на этом сейфе и просто, как бы, отвали мне, как бы, с таким учетом ответил, чтобы я его не доставал, потому что я его так дергал. Брат, где, где, у всех спрашивал, в панике бегал. Да, вот мы его вытаскивали, он под наркотой, кажется, был. Он туда, в акимат забежал внутрь, его не получилось вытащить. Сразу келдім, алтындарым, балаларым, қарасам жастар. Алтындарым, балаларым деп айттым. Сен бұл музей, әкімшілігі здание емес алтындарым. Бұл мәдени құндылық, бұл қазақ халқыныкі. Қазір сындырсаңдар, сендер тарихтарын жоғалтасыңдар. Біз кізе кім екенімізді жоғалтамыз. Иә, сендер қай жерге келіп тұрғандарын жан-жақтарыңа қараңдаршы алтындарым. Деп солай айттым. Бұл музейді қарашығындай ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отырған жай біз қарапайым қызметкерлерміз. Иә, осыны сақтап отырған. Иә, сендер кішкене ойланыңдар, мақсаттарың бұл емес қой деп айттым, мен оны білмеймін енді. Иә, бұл мақсаттарың сындыру бұзуы емес қой сендердің деп айтыппын. Деп осындай, енді біраз сөз айтқан жалынды, енді сондай бір... Олар спокойно естіді, иә? Орын, ары-бері тұрды, бірақ ешкім қозғалып шулаған жоқ. Иә. Міне, осы сөзден кейін мен ана жерде тұрған, ішінде тұрған біреусі, мен ойлам, топ, ол топтың басқарушы адамы ма деп ойлаймын, мен білмеймін ғой. Ол кезде кім екенін. Еш нәрсеге тимеңдер деп айғайлады. То есть руководитель был, да, все-таки у них? Был. Без этого не может быть. Потому что еш нәрсеге тимеңдер деп айтты. Содан кейін уже жаңағыдай маған қараған жоқ, топырлап уже кіре бастады. Тыңдай ма мені? Мен сол кезде кішкене нет, абдырап қалдым, мен анау сөйлегенде абдырап қалдым. Сол кезде уже топырлап кірген кезде менің жаңа екі қызметкерім былай қарай барды. Мен жаңалармен бірге, солармен бірге топырлап олардың үстінен шығып әлі айтып жүрмін. Үстінен шығып әлі айтып жүрмін. Уже мына жаққа шығып ағам, мына жаққа өтпеңдер, ана жаққа өтпеңдер деп. Мынаның бәрін вообще сындырмаған ғой, иә, даже тиіспеген. Алтын адамға келді жанына топырлап. Сосын не деді? Сосын алтын адамның жанына келді топырлап. Сол кезде мен балам мына жаққа тұрыңдаршы, пожалуйста, мына жаққа тұрыңдаршы деді. Осында бір топ жас жігіттер тұрды, группа мына жерде. Осы жерде тұрды. Жаңағыдай сонымен айттым, алтын адам ба, алтын ба бұл деп сөйтіп айттым. Мен айттым сонан кейін, иә, алтын адам бұл түп нұсқасы емес дедім. Аха. Сонда немене деді, өй, бұл қаңылтыр ғой деп айтыппын енді. Әйтеуір менде барлық способ, тәсілді пайдалану керек болды. Бұл қаңылтыр, алтын емес деп айттым. Бірақ қайта-қайта қоймай қалды. Біз білесіз ғой, біз анау болашақ, біз халық үшін шығып жүрік, біз осы ненің болашағымыз Қазақстанның. Маған кинжалын беріңізші, бәрі естірді осы жерде. Анаусын беріңізші, мынаусын беріңізші деп сөйтіп айтты. Енді барынша мен тоқтатып, әйтеуір оны сөйтіп басқа жаққа аударып, сөйтуге тырыстым енді. Сондай ситуация болды. Одан кейін сонда музейде қанша сағат болды олар? Музейде олар сағат 4-ке 10 минутқанда сындыра бастады, 4-тердің кезінде кірді. Мен енді анық сағатын білмеймін, бірақ сағат 9-дан кеткенде уже олар кетті. 9-дан? Аха, 5 сағат. Сонда 5 сағат осы жерде болды ма? Болды. Ойбай, не істеді сонда? Енді содан кейін сол картада уже мыналар мына жаққа бәрі ду етіп көтерілген кезде менің жа өзім қалған қызметкерлерім қорықпай батылдық танытып, ана екі қыз айтады, менде бас бухгалтер мен жаңағы экспозицияның бөлімі Амангелдиева деген қыз қалған, айттық деді ғой, болды апайды өлтіріп жатыр, барайық өлсек деді, айттық деп, өйткені біледі ғой мен жүгіріп кеткенімді, бітті апайды өлтірді деп ойладық деді, өйткені тарс-тарс етіп жатты деді, ол анау банкоматта ана жерде ұрып жатқан олар. Сонан кейін олар да жүгіріп келді, сонымен айттым ақырын, ешқайсың сөйлемейсіңдер, неге бармайсыңдар бір бірімен қарым қатынасқа. Сен ана жақта тұр, сен мына жақта, сен мына жақта, сен ана жақта тұр. Абайлаңдар, астында бізде алтын қоры бар. Меніңше бұл келген бүлікшіл топ аса музейді біле бермейді. Ешқашан болмаған шығар? Ешқашан, мен ондай да әңгіме болды, ешқашан болмаған. Музейге кіру қанша деп сұрады менен, мен 500 теңге деп айттым, 500 теңге ғой, келем десеңдер де менен не айтатынын білмей тұрсам, сонан кейін ештеңке емес, 500 теңге деп айтқа едім, ол саған ештеңке емес шығар, бізге ақша деді маған. Олар қайдан, өздері айтқан жоқ па, қай жақтан келген?
Біз олармен жаңағыдай беседа жүргізіп, сендер кімсіңдер деген жоқ. Бірақ олардың әңгімесі, жаңағыдай маған қайтарған сөзі, біз жастармыз, болашақты өзгертетін біздер, біздің әке-шешеміз енді үйде отыру керек, енді олар жақсы өмір сүру керек, біз мына өмірден шаршадық, біз енді осы өмірді өзгертетін біздер деп тұрды сол жерде. Кто, они сами открывают? Давай договоримся, пойдем. Дамир, где здесь подвал, с которого вытаскивали? Вот где КамАЗ, видите? Там же видно будет, да? Вот бульдозеры, вот справа, вот где вот кресло стоит, вот за стенкой есть подвал, вход. Получается, вот так мы оттуда вон с левой стороны бежали, вот здесь картонки заносили, и вот где именно подвал. То есть они отсюда, получается, заносили картон? Да, здесь, да, открыто было. Солярка или что у них там солярка, была? Солярка, да, бумагу заносили. То есть они заносили, и они хотели поджечь подвал? Поджечь их, да, с внутренней стороны. Потому что вот за стенкой здесь сразу подвал, спуск есть. Там есть на выход куда-то помещение, первый этаж, и есть подвальное. И вот подвальное помещение там, возможно... А сколько там человек было примерно? Больше 40 человек. Больше 40? Потому что я считал, что понимать, когда они выходили, я сразу так раз, два, три, четыре, пять понимать, что вообще кто здесь стоит, кто вообще, сколько людей. Я начал автоматически считать. Больше 40 было, потом счет-то забивался, потому что внутрь, когда мы заходили, у меня даже есть видео, мы двери выбивали не с позиции мародерства, а потому что есть даже курсанты, которые с внутренней стороны закрывались от страха. Да, вот эти открыли, но есть еще внутренние двери. И они закрывались, мы просто деревянные, мы их выбивали, и там курсанты прям прятались. Мы их выводили, мы свои. А в это время Акимат уже горел? В это время Акимат горел, да, полностью горел. А как вот ты вот ходил внутри Акимата? То есть там же угарный вот этот дым? Ну, дышать можно еще было. Вот если на первый этаж подняться, там невозможно было дышать. У меня был момент, когда мы всех вытащили, и видели на момент, я говорю, где выход? Такая паническая атака случилась, когда я выход потерял. Я бегу, вода течет, я направо, там взрыв, кто-то туда гранату бросил. Я думаю, все, уже сейчас потеряю, сейчас что-то обвал или завал будет, вот. И мы резко выход нашли. Вот, и вот здесь полностью ребят переодевали. И вот здесь, видите, вот здесь лесистая местность. Как бы там митингующих никого в принципе не было. А еще одна претензия, которую все пишут, это то, что откуда вы взяли гражданскую одежду. Да, спасибо, что подметили по поводу гражданской одежды. Гражданская одежда, это как, на видео видели и в целом везде в интернете, многие снимали с военных куртки. Да, и каски. Она же теплая же. Они каску, куртку теплую одевают, а свои вещи куда держат? Они же не будут в левой руке или там в руках таскать. Они выбрасывали. И, грубо говоря, вот здесь очень много гражданского, вот оттуда очень много гражданской одежды было. В целом вокруг Акимата было. Потому то есть что вы ее везде, собрали? Да. Грубо говоря, я подбегал раз, два, три, где-то общий. Мы много не собрали, где-то собрали порядка 15-20. А кто вам помогал? Вот насчет помогал, вот я говорил ранее, если сейчас это кто-то интервью видит и кто вспомнит меня и кто мне помогал, пусть напишут там, не знаю, мой личный инстаграм, там скинут контакты. Я хочу, чтобы их тоже показали. Потому что он бежал куда-то, он не знает, что идет. Я ему говорю, брат, пойдем помоги. Да, возможно, он там пришел на митинг, там что-то рушить, но у человека просто каждый имеет право на ошибку. Да, у человека сознание произошло, он мне помог. Он побежал со мной куртки собирать. Я же говорю, люди вот были вот на этом адреналине, людей было легко вести. Если ему скажи, пойдем в аэропорт, он пойдет в аэропорт. Скажи резиденцию, он пойдет в резиденцию. Потому что люди на адреналине, что-то нужно делать. Нужно себя где-то задействовать. Просто стоять никто не хотел. А как они попали в резиденцию? Потому что резиденция рядом, но там же заборы высокие, да, вот как они попали? После вот здесь, когда мы начали гражданскую одежду собирать, мы начали переодевать ребят полностью, выводить и вот отсюда, с этой стороны их отпускать. Они начали туда убегать. Если говорить о резиденции, я не знаю, мы туда сейчас вернемся, нет? Вот. Да, мы давайте. Мы можем ближе подойти, прям показать, где землю закапывали, прям забор. Там забор. То есть выделили. Они что, раскопали забор? Не раскопали, они его дернули машиной. Сонда, Бибигуль, ештенені алған жоқ, я был музейден. Ол бұл жерге кірген жоқ қой, бұл азалдарға кірген жоқ, ол жерде ғана тұрды болды. Просто мана қару жарақ, сіздерде садақ бар ма, сіздерден айза бар ма, бізге көмектесіңіз, залдашыңыз беріңізші, деді. Сонда кірген жоқ, 5 сағат болып, осы залға кірген жоқ, да? Залға да кірген жоқ, холдан да асқан жоқ. Енді мен сізге айтайын. Есік жабық болды, иә? Қараңғы мынаның бәрі, есік жабық. Ашқан жоқ біз. Ашылған жоқ. Егер біздің осы құндылықтарымызды көрсе, олар біздің қару-жарақ ретінде пайдаланып, онда зал бұзылатын еді. Нан бәрін уже алып кететін еді. Енді мен өзіңіз ойлаңыз, Динара. Мен оны қазір сондай кіріп келгеннен кейін, мен жаңа сол жерін айтпадым, одан кейін біздің қызметкерлерден жаңа не сұрады ана? Намаз оқимыз деп.
Мен қазір білмеймін, менің қызметкерлерім айтады, аяқтарында қара кроссовки үстілері қара болды дейді. Бірақ сақал іштеңе болған жоқ. Бірақ жаңағыдай келген шамасы 18-20-35-ке дейін ғана шығар адамдардың сол возраст сондай, 30-ға дейін сондай возраст. Бір 20 шақты ма, оған жетпей ма адам сондай сұрады, намаз оқиық деп едік деп. Жаңа қазір ойланып отырсақ, сол намаз оқитынның біреу айтқан ба деймін, тоқтаңдар деп, жаңағыдай, тиіспеңдер деп. Соның кейін ана райелдің үстінде қара материал болған, соны сразу алып беріңдер дедім, алып берді, сол жерде олар намаз оқыды. Сол кезде уже музейде біраз ол намаз оқығанда тыныштық болды. Сол тыныштық кезінде мен уже жаңада қолымда телефондарыңыз құртыңыздар деді, бірақ осы таңғалатын менің байланыс телефоныма олар сөйлеген жоқ. Мен үнемі телефонда тұрдым. Қалайсыңдар, не болды деп сондай хабарласып жатты. Әрине, барлық жерден министрлік тарапынан да өзімнің директорым. Сіз өзіңіз бірін сөйлесіп тұрдыңыз? Олар... Жоқ, мен ақырын сөйлесіп тұрған жоқ. Мен ақырын мына жерде қазір көрсетем, мына бұрышта мынандай не бар? Сол жерге ақырын жүгіріп кеттім. Ана жерде банкі бар, сонда тұрып, сөйтіп не қылып едім, төлеу шайхына тез шығыңыз, анаусы біреу аңдып келе жатыр деп. Мен қайта шығып кеттім болды. Бірақ екі ауыз бәрі жақсымыз деп айтып үлгердім. Су іш демеш сұраған жоқ па олар? Жоқ, содан кейін кіріп неткеннен кейін айтты, бізге бос бутылка беріңізші деді. Сонан кейін мен төлеу шайхына айттым, жүгір астында бір екі бос бутылка тапса, әкеп бер дедім. Сонан кейін ол төлеу шайхына жүгіріп кетті менің жанымдағы. Сонан кейін Санжар деген өрт сөндіру бөлімінің бастығы тұрды, ана жерге тұрған ол жігітте оған су беріңізші деді. Екі баклашкаға су құйып әкеп берді. Олар жаңағы шөлдеп қапты, бәрі су ішті. Сонан кейін біз туалетке бара, дәретхана жаңағы намаз оқырдың дәрет алады екен ғой, дәрет аламын деді. Мен онда менде Көккөзіп және Сәкежанов деген екі сантехникалық және өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлерін екеуін қойып қойғам. Солар ана жерде аналарды бағыттап тұрды, олар астында тұрды. Ал менің жанымдағы Анара Мангелдиева, Анара Сәметова, Жазира Төлегенова менің жанымда, олар сол топтың ортасында қарап тұрды. Мен ары бері қозғалып, расстройство ете бергенмін, апай оқ тиеді ары деп. Өйткені біздің музейдің терезелерінің бәрін оқ жаралап кетті. Сонда кіргенде, получается, они стреляли, когда заходили, да? Не, они стреляли. Резиденциядан бері қарай оқ кетіп атты. Ол қаяқтан келіп атқан оқ мен білмеймін. То есть далада шу болады, да? Шала, далада өрт, мен тұр алдымызда тұр ғой. Мынаның алды толған талпа біздің алдымыз. Резиденцияның алды талпа, өрт, газ. Қорқынышты болды ма? Атыс. Әрине қорқынышты болды. Бірақ енді өзіңіз ойлаңыз, 5 сағат болғанда адамның еті үйренеді екен. Бұрадан кейін сен айттың дейді апай, түс ана жаққа мінбей деп қоясың дейді ғой, апай ой деп қоямын дейді, ұтып қалған ғой уже. Адамның да оларға еті үйренеді екен ғой, былай қақиып тұрмыз ғой енді. Өтірік әңгіме айтып қоямыз арасында жаңағыдай. Сол жаңа 500 теңгенің несі, саған ақша болмаса бізге ақша деді, сол мен айтамын, тегін бар ма дейді, бар сендер келсеңдер тегін кіргіземін деп қоямын жаңа. Вот мы стоим здесь сейчас. Вот видите, с левой стороны, это вот где вот... Сейчас вот полиция стоит же, за стенкой сразу они вот, видите, костер жгли, чтобы согреться. И в целом вот они оттуда полностью вот так сюда штурмовали. Видите? Они согревались, да? Да, они согревались, они экипировались, брони, каска. Вот видите, там если увеличите, видите, закапано. Вот прям закапано. Да. Вот. Раз, два. Ну там три штуки упало. Вот. Четвертый. А как они их завязали, получается, забор и выдернули? Вообще к машинам, да. Зацепили к машинам, выдернули и вот, как говорят, волной, да? Волной там. Вторая, третья, четвертая упала. Сейчас, секундочку. Вторая, третья, четвертая упала вот отсюда. И здесь было, знаете, такое прям. А вот музей напрямую, видите, вот музей. Но стоит. Музей не тронут. Мы были сегодня в музее, ни один экспонат не пострадал, ничего не пострадало. Вы в музей тоже заходили? В музей выходили мы. Здесь я считаю, что музей, не тронули бы, потому что там же очень много... наших предков достояние, и, соответственно, это настолько нужно быть, там, да? И золотишко было. Да, это настолько нужно у человека, что внутри ничего чреватое, настолько человек должен быть гнилой, да, чтобы такие даже действия сделать. Но они просто не знали, что там есть зал золота. Я считаю, даже у кого человека вот это внутри было, они даже не разбираются, что там есть, возможно, даже. Это представьте, что, во-первых, в музее знать, что там есть, во-первых, нужно мозги иметь, да? И, соответственно, они, может быть, и не разбирались, что есть музей. Но они просто впервые были в музее. Музей, наверное, это впервые в жизни, наверное, были. Вы, наверное, до этого тоже и в Акимат, и в резиденцию никогда не заходили. В Акимат, в резиденцию я никогда не заходил. В музей я часто посещаю. И смех, и грех. Музей я часто посещаю, если чуть пошутим. Что творилось в резиденции? Получается, штурм был, вот дорога, вот она, Фурмана. Вот буквально там 30 метров, 100 метров, да?
штурм оттуда был и штурм вот отсюда был. Когда резиденцию штурм первого оттуда захватили, здесь курсанты стояли. Вот каждый там, у елки, каждой елки курсант стоял. Ребята молодые, пацаны стояли. И когда я же говорил же, что я еще в это время делал, когда резиденция штурм ушел, ее же не взяли же. Я вот, получается, вот отсюда вот так бежал, вот так вдоль деревьев. И вот они вот здесь стояли. Вот прям видно, да, если человек стоит, сразу видно даже его лицо. Это так. Я смотрю, нашивки, здесь нашивки же курсантские идут. Смотрю, первый, второй курс, видно, пацаны стоят так. Пацаны молодые. И я, короче, начал вот, получается, оттуда вот вдоль веха. Ну, это очень долго сейчас бежать там, наверное. Вот оттуда вот здесь прибежал, я начал смотреть отхода пути, если сейчас будут наступать, как мы будем с ними убегать, как я их буду вытаскивать. Вот там сзади выход я нашел, ворота, которые снесли, там открыто было. Вот оттуда мы их вытаскивали, ребят. А штурм, в принципе, вот отсюда и отсюда был, вот видите, здесь снесли, штурмовали, и вот центральный вход, вот он стоит прям, который подожгли. И полностью все, у меня там видео, которое я предоставлял уже, мы уже внутрь центрального входа зашли, и там уже вот эти беспорядки начались. Кто-то с автомата начал стрелять, кто-то мародировать. А где они взяли автоматы? Ну, я не знаю, я не могу сказать, потому что я не видел. Я думала, что они здесь, в резиденции взяли. Все возможно. Я не, у меня нету... Но у вас не было, вот, то есть вы не видели, чтобы кто-то ходил там, раздавал оружие? В интервью я говорю то, что я видел своими глазами. Ведь даже вы сами такое сходите, да, найди 1000 причин, чтобы оправдать своего друга. Это к чему говорю, когда мне что-то говорят про другого человека, я говорю, я не вижу, пока я в это не поверю. Потому что остальное выходит там предположение и так далее. И вот если вот на какие-то вопросы будете задавать, я скажу, я не знаю, не потому что я пытаюсь скрыть, а потому что я реально не видел. Вот говорят, что там, ну, видео в Инстаграме летает, что там подвозили оружие и так далее. Я это просто не видел. Если бы я видел, я бы сказал. Ну вот когда вы были в резиденции, были же эти люди с автоматами? Я у вас сторис видела, как там один стоял, стрелял. Можно сказать, были. Можно сказать, были. Но мой фокус был на курсантах. Потому что ребята курсанты вон оттуда забор перелазили. Я хотел им помочь, а потом, ну, зачем им помогать? Они уже перелазят. Пусть бегут. А я сейчас внутрь забегу, вытащу, может быть, кто не успел. И вот кто не успел, вот здесь курсанта, вот прямо вот здесь, это вот за елкой было. Кто не успел, вот этих курсантов, ребят, мы полностью утаскивали. Вот он вот стоит, валяется курсант, и его 15-20 человек начинает его избивать. Вам нужно остановиться, это вам. 15-20 человек начинает его бить. Я просто вот так подбегал, вот представьте, толпа, я сталкиваю, подбегаю, его пытаюсь вытащить, кто-то мне сзади по спине пытается ударить. И в этот момент просто, когда я его поднимал, кто-то в момент мне начали, короче, в ногу выстрелили. Ну хорошо, благо, что это было резиновая пуля, да? Рустам Турлыевич, правильно я понимаю, что если бы мародерам, преступникам, да, удалось захватить здание департамента полиции города Алматы, то город уже был бы в заложниках? Да, вы правильно понимаете. Департамент полиции города Алматы является режимным объектом. Здесь у нас есть оружейные склады. Большое количество? Очень большое количество боеприпасов, большое количество единиц огнестрельного оружия разновидностей. И если бы наше административное здание перешло бы в руки, так скажем, злоумышленников, тогда последствия были бы, наверное, намного чреваты негативными. А сколько вот времени вам приходилось, сколько было атак на ваше здание? Это все началось 5 января, ближе к 7 вечера, когда основная масса сотрудников находилась на улицах. Вы все прекрасно знаете, что в тот день шествия, митинги, они как бы продолжались с 4 числа, да, началось. И 5-го, ближе к 7 вечера, поступила информация, что к зданию департамента полиции надвигается большое количество людей. В этой связи был введен в действие специальный план «Хамал», крепость. Согласно этому плану, да, наши действия переходят в оборону административных зданий. Вот согласно этого плана мы начали дальше нести свою службу. Всех оставили на работе? Нет, на работе мы личный состав женский отпустили, остался только мужской состав. И то количество, которое действительно на момент введения этого спецплана, которое было в здании. Это сколько примерно человек? Ну, в трех зданиях наших административных около 100 человек. Ну, снаружи там были сотни людей. Ну, количество людей было большое. Оно еще, я вам скажу, началось примерно к 19:00, к 7:00 вечера. Ну, в тот день такое еще было, такая погода была. Туман был такой. Я вот еще с окон смотрел. И, ну, довольно-таки темно было, ну, в любом случае, город же, где-то рекламные щиты там есть, где-то что-то подсвечивает, отсвечивает.
и по силуэтам людей, которые надвигались в нашу сторону по улице Масанчи, ну, было немало. И вот здесь на Масанчи есть дом жилой, многоэтажный. На крыше этого дома они разместили своего снайпера. Потом вот здесь ниже Виноградова есть здание, принадлежит одному из учебных заведений. Вот на этой крыше тоже был один снайпер их. То есть это профессиональные снайперы? Ну да, если судить, как вот сама их атака была организована, ну, можно сказать, что действительно заранее запланирована какая-то. Но вы отстреливались? То есть у вас же, вот, в отличие от солдатов, которые охраняли здание Акимата, они вышли там, у них только лопатки, еще какое-то, ну, то есть дубины, но у них не было оружия. То есть вам, как правоохранительным органам? Да, они на улице несли службу, но при ведении специального плана крепость, основная задача – оборонять здание. То есть стрелять можно, да? Конечно, можно. Но у вас есть жертвы, то есть те люди, которых, скажем, вы ликвидировали, то есть вы смогли их опознать, узнать их личности? Я вам скажу, что ликвидированные лица были, их не могло не быть. Но тела, трупы, так скажем, эти люди унесли с собой. То есть все до единого были? То есть они единственный водитель КамАЗа, которым они хотели наше здание протаранить, то есть его хотели подвести к входной группе, вот он был ликвидирован, с кабины своей КамАЗа выпал на землю, и где-то все это прекратилось где-то в 5:30 утра. И до этого времени мелкими группами они пытались его тоже унести. Но у них это не получилось, как бы этот труп находится здесь. То есть проходят специальные исследования судебно-медицинские. Установлена личность? Да, установлено. Мен тағы біреусін анарамен келді дегені, сен көмектес бар астына деп жібердім. Өйткені ана келіншек жалғыз өзі жаралы курсанттармен елімен қалды. Ол подвал, ол суық. Ол суық. Бірақ мен осы жерде ана талпа келгенде, мен таңғалам осы жерде бір әйел мен еркек жүрді. Оказывается, аналар біздің жараланып келгенде айтқан екен телефонмен, біз осындамыз музейдің подвалында, біз жаңағыдай бізге көмектесіп атыр деп айтқан екен. Содан олар қалай келді осы неде, мындай әйел мен еркек тұр екен. Жаңа киім әкелген ба, балаларына пакетте тұрды. Мен сразу былай кетіңіздер деп айттым. Өйткені маған сөйлеуге өте қорқынышты болды көзде. Бірақ есебін тауып біздің қыздар алып, жаңағы подвалға жаңағы пакетті апарып беріпті. Мынау өрт бөлімінің бастығы, мына кісі ғимаратты қызмет көрсету бөлімінің бастығы. Қалай қорыққан жоқсыз сонда? Қайтеміз жанымызда мына кісі жүрген екен, бірге болуға тура келді. Ана спазняк деп есікті ашты. Осы жерде да отырды? Аха, қазір. Мынаны біз пайдаланамыз, үйден шетелге шыққанда мыналар бізге керек. Осындай нелерді пайдаланамыз біз жағдай. Тастамаймыз, өйткені мынаның бәрі есепте. Мыналардың қаптары, сырттары біздегі заттардың. Білесіздер ғой, бұл мемлекеттік бюджеттік неде қаржыландырғаннан кейін бұның бәрін тастай алмаймыз біз. То есть солдаты здесь были, да, получается, в этой комнате? Солдатының да бәрі де осында болды. Дверь сонда есікті жапқан, да? Жауып қойдық. Жаңағы мен айтқан жа батыр қыз Раушанмен бірге осында болды. А сколько, қанша адам? Сколько солдатов? 15. 15 адам? Оның 8-і ма, неде жаңағы? Полицейский? Арнайы күзет бөлімінің полицейскийді, оның қалғаны жаңа жетеуі ма сол не? Курсанттар. А курсанттар, полицейскийлардың возрасттары жақсы, а курсанттар вообще өрімдей балалар, 18-19 енді. Ребенок әлі. То есть это были дети, да? Енді, сонда енді, дети сияқты кен түрлер енді бе. Но они были вообще в тяжелом таком состоянии, да? Бәрінде қан. Бастары жарылған, да? Басы жарылған. Мен солармен көр, мен басын ғана көрдім, олармен көрісуге менің жұмын көншілігім болған жоқ.
мен қызметтестерім айттым, астына екеуің түсіңдер де бар. Біреу жалпы басында өзі жасады, екіншісін үстіне, екіншісін жібердім, сен сол жақта көмектес деп. Осы жерде осы су беріп, не беріп осы жерде ұстап отырды. Менің қызметтестерімнің арқасында қалды. Олар жас бал, бәрін де қан жуып кеткен. Вот здесь вот до сих пор вот видно, да? Еще благо, еще были женщины. Я не знаю, откуда они взялись, но вот эта женщина, это ангелы, которые, я не знаю, с какой целью пришли, но в моих проявлениях, то, что я видел, они помогали мне. Они говорят, давай, Балам, давай, вытащи мир, Балам, давай. Мне говорили и говорили, коин дорогу, Балау, там, жас, молодой, давай. И они своими телами женщины закрывали. Вот эти женщины вытаскивали, мне помогали. И вот, наверное, благодаря вот этим женщинам, возможно, и меня где-то не пострелили, не убили, может быть, они там больше ее слов послушали. Вот я обратила внимание, что все, кто был внутри резиденции, внутри акимата и вообще в целом, да, по городу, они друг друга не трогали. То есть они трогали только полицейских, военных, но вот кто в гражданке, они друг друга не трогали. Ну, знаете, любой даже тот же гражданский, который мог одеться как полицейский, его бы тоже тронули бы. То есть одежда была определяющим, да, фактором? Цель была не человек, цель была форма. Такой, да, фокус был у них. И, соответственно, любой человек, который бы одел форму, например, он бы подвергся, можно сказать, насилию. Но в данном случае, если бы человек тот же с вами полицейский переоделся, его бы никто не трогал. Интересно, вот из-за этого мы гражданку переодевали, полицейские форму, получается, снимали, чтобы с внутренней стороны куртки одевали, бушлаты переворачивали, кому-то отдавали, гражданскую одежду отдавали. Потому что основные отличительные знаки – это верх. Вниз как бы вот мы бегаем, темно, как бы вниз же никто не смотрит, никто же как бы на штаны да, не смотрит. Да, 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 на верхнюю часть, да. И здесь, если ты шеврон нашивки увидел, все. Если на голове каска, все. Вот люди, которые имеют в своих телефонах видеозаписи, да, вот как Дамир Аманжолов, он говорит о том, что он активно работает с органами, да, то есть там дает все показания, весь видеоматериал. То есть люди, которые, у которых тоже есть в телефонах такой видеоматериал, то есть они завтра не будут, если они там не показали вам, да? То есть... Нет, такого, конечно, не будет. Но если вот пользуясь случаем, человек хочет нам оказать содействие, помочь, мы практически везде разместили контактные телефоны по каждому районному управлению. В принципе, можно будет связаться с нами и индивидуально с каждым отработать. Вы знаете, вот я из Астаны же, вот в Астане я наблюдала алматинцы, как только там включался интернет, все говорили, где военные, где полиция, да? То есть там 5-го, 6-го, 7-го, ну вот у людей было ощущение, что вот там 102 звонишь, не можно звониться, что полицейских не было в городе. Что происходило? Полицейские были в городе, но вы понимаете, да, что здесь на улицах стрельба была. И у этих преступников, у них основная цель была, я так понимаю, стрелять по сотрудникам. Все наши машины, они переоборудованы, да, и внешне они везде надписи, полиция, мигалки имеются. И в целях безопасности был определенный период времени, когда действительно звонки на 102 нами не обслуживались. Это было, но потом мы все в штатный режим ввели и как бы нормализовалось. Зачем вы здесь? Я думал, ты просто снять. Брат, ты намаз читаешь, походу, да, еще? Ты подпулил. Точно? Давай. Что вы хотите, пацан? Не, брат, мы ничего не хотим, просто мы наш ресторан, а вы в нашем ресторане воруете. А, в смысле? Это понимаю. Мой ресторан. Ну, я здесь один из хозяев, типа. Ага. А сейчас ты что, вот. Афишируешь, да? А, я не афиширую, я просто к чему говорю. Тогда давай хотя бы элитный алкоголь я заберу. Почему? Потому что мы оттуда и так и забрали. А, ну все забрали, читаешь? Забрали, братан. Не, давай закончим, выйдем. Хорошо? Все, давай. Ну давай. Я еще заберу. Хорошо, хорошо. Давай на улице поговорим. Смотрите, видеоматериал хотел уже раньше сдать. Это порядка там вот... Вот когда там митинги уже перестали, перешли беспорядки. Это было вот 5-6 самые сильные дни. Дальше мы начали уже город патрулировать с друзьями от мародеров. Вот тут мы едем, например, там аптека. Ее кто-то пытается... Мародеров, мы их останавливали. Вот так по городу ездили, потому что силовиков в городе в целом не было, кто останавливает. Потом уже 7-8 началась зачистка, там во имя добра, да. Я хотел предоставить материал, но я понимал, что не до меня сейчас. Потом уже где-то 9-10 часа я уже начал выкладывать. Я сижу дома и думаю, вот сейчас если не выложу, если сейчас не покажу, во-первых, я сейчас пойду и не до меня. Если сейчас я не выложу, скажут сокрытие, потому что я же в знаке протеста вот этих беспорядков, я был без маски, я был легко увидеть.
То есть какие-то камеры все равно вас могли поймать? Да, даже вот Соломон магазин, вчера мне звонил, благодарили. Вот Соломон магазин из Мономия, они говорят, мы вас видели. Лыжный костюм мне подарили еще? Нет, они говорили, вот хотим там отблагодарить чем-то, да, я сказал, нет. Ну типа я же, ну сейчас я просто посчитаю, если это возьму, это будет как будто я защищал за какой-то их костюм. Риск жизни, да, или сейчас-то потом мне лыжи подарят. Зачем они мне нужны? Как бы это глупо. А то многие пишут, ты хайповал. Я вот им отвечаю, вы что думаете, что я хайповал ради какого-то там парфюма, да, и так далее. Мне же могли убить, вы же сами понимаете. Как бы люди пишут же даже, не думая, что пишут. Я решил выложить сразу сториз, но когда я выкладываю, написал в качестве своей безопасности. А сколько у вас было подписчиков до того, как вы в сториз это начали выкладывать? Ну, видите, мне что повезло, что я давно Инстаграм веду. Я за личный бренд. Я веду, потому что сейчас форма общения чуть подменялась, да, в бизнесе, в плане того, что сейчас без личного бренда тяжело продвигать свой бизнес. Я вот за вот это, то, что у нас в бизнес-клубе продвигаю, я раньше сам курсы проводил. И был такой период во время пандемии, у меня было там 150-200 тысяч подписчиков. Потом во время пандемии я набрал где-то больше порядка 200-300 тысяч подписчиков. В один момент у меня был такой, вот это называется хайп, да, был в один момент, когда карантин был, помните, нельзя было выходить, у людей не было денег. Я запустил, вот у меня в актуальных, кто в Инстаграме мой найдет, в актуальных у меня есть там бизнес нуля. Я там за один день 264 тысячи тенге заработал. Я, получается, там товар на барахолке брал, там дистанционно выкладывал, люди перепокупали. Я прям все показывал, каждый день, как я разговариваю, как я наценку делаю и так далее. И людям же интересно, после этого начали. Ну, после этого у меня появилась такая большая своя поддержка аудитория, которая после меня там тысяча людей начали эти действия делать и зарабатывать деньги для своего дома. Тех же самых продуктов, хлеба и так далее. И было где-то потом порядка 500 стало, потом, ну, я начал выступать на тренингах и так далее. Если говорить чисто вот по поводу того, как я выложил и по поводу того, что произошло, где-то больше 200 тысяч подписчиков подписалась за, грубо говоря, там за два дня. А просмотры сторис сколько посмотрело человек? Самое много посмотрело 1 100 000. Вы находились в жутких обстоятельствах, да? Но при этом вы были с телефоном. Иногда у вас включалась вспышка, то есть и в любой момент вас могли засечь, понять, что вы что-то не свой. Да, по поводу съемки телефона было несколько моментов. Первый момент, почему я получил пару раз по челюсти и в голову, это за, где у меня фотоспышка, вот, как видите, вспышка сработала сразу. В некоторых моментах я говорю, что я просто там свечу. Но большую часть, вы же видели у меня то, что там боком снимается, где-то в кармане, потому что для своей же безопасности я думал, что как это будет, что завтра есть... В первую очередь я записывал, чтобы меня завтра не очернили. В плане того, что представьте, я сейчас выйду туда, на французский дом, например, вышел на мародерство, и потом у ресторана, например, там он вытаскивает посуду, вытаскивали посуду, да? Сколько это посуда стоит? 10 тысяч тенге. Я его останавливаю, представьте, он мне достаст нож, прыгнет, я умру, и... Потом мое тело найдут, что умер во время митингов. А, соответственно, если глубоко думать, это мои отпечатки пальцев. Соответственно, я лежу с ножом, камер нету, например, митинг не происходит. Да? Ну, если смотреть адекватно. То есть вы уже об этом тогда думали? Да, нет, когда я вначале камеру включал, я сразу думал о последствиях наперед, какие последствия мне могут быть. А вы ничего не отправляли там супруге, друзьям? Нет, я никому ничего не отправлял. Никто не знал, что я даже на площади. Никому я не говорил, потому что никого не призывал. Родители? Нет. Сама, сейчас, наверное, моя мама потом посмотрит. Она вот за вами часто следит, моя мама. Перед мамой стыдно, конечно. Мама не знала, где я был. Мама звонила. И получилось... Я бы просто была бы очень злой. Самый тяжелый момент для мамы произошел. У мамы там чуть ли не инфаркт случился, когда я в телефон в карман положил, оказывается, она звонила, а у меня вот так, получается, телефон в кармане был. И был звук включен. А я как-то вот так нажалось. Ну, в общем, не сбросилось. Не сбросилось, нажалось. И представьте, я мама слушала через время все? Достаю, там, 7 минут разговор. Я такой, мам, она такая, плачет. Я такой, 7 минут, и я понимаю, что за эти 7 минут были маты, стрельба. И мама, представьте, она вот так сидит, трясется 7 минут, и она там говорит, дами, я не отвечаю, как будто, а представьте, это... Через телефон, как будто я там лежу, возле меня телефон, а я ужасно. Просто лежу. Вот такие ситуации. И это когда худшие даже... 7 минут у ее жизни, наверное. Возможно, да. Дамир Аманжолов. Я знаю, что он сейчас активно работает с органами. Но вот он тоже понимает, что он рисковал, и, так как он попадал во все камеры, да, чтобы завтра его тоже не обвинили в том, что он там мародер, грабитель там, или террорист.
Что вы скажете по поводу Дамира? Ну, в социальных сетях я тоже присутствую. У меня там есть своя страница в Инстаграме. Я видел, когда он выложил у себя в сторис все эти видеоролики, которые он сам снимал, находился в гуще, да, так скажем, этих событий. И благодаря каким-то отметкам я к нему туда попал, на его страницу. Я все эти видео пересмотрел. По завершению расследования, может, отдельная благодарность этому человеку будет. Пока говорить об этом тоже не могу. Но собранный им видеоматериал как бы является хорошим вещественным доказательством для нас в расследовании. То есть он сделал хорошую работу, да, проделал? Да. То есть он гуще событий снимал, это все изнутри показывал. И эти видеоматериалы, они нам помогут в дальнейшем. Дамир, смотрите, вот вас сейчас узнали военные, говорят, вы же помогли нашим ребятам. То есть вы вообще сейчас себя как чувствуете, героем? Ну, я вам скажу, не с позиции, да, хайповать, мне это не нравится. Вот мне это не нравится, потому что сейчас, вот как я говорю ранее, да, если вот поможешь человеку, если тебя снимут на видео, все, ты народный герой, тебя могут там наградить. Ну, вас все узнают, вот мы сейчас с вами прошли буквально там 200 метров, да, люди к вам подходят, здороваются с вами. Знаете, ну, возможно, если бы я об этом мечтал, это бы случилось, я бы об этом сейчас как бы кайфовал, ходил, но у меня не было в этих мечтах. И в целях, чтобы вот стать знаменитым, чтобы со мной все узнавали, здоровались. Каждый день на светофоры останавливают, в магазин продуктовый зайду, там татешки все. Мне некомфортно, потому что вот начинаю все спрашивать, я говорю, да, да, спасибо. И некоторые думают, что как будто вот корона на голове, как будто зазнался. Ну, мне просто самому некомфортно стоять и рассказывать что-то, да, потому что это же не лучшие воспоминания. Дамир, но у вас трое детей, у вас семья. Вы понимаете, что вы рискуете каждую секунду? Это же высокие риски. Я вам так скажу. Сейчас, анализируя всего, я понимаю, что... Ну, я всегда в позиции отдающего, да, всегда там протяну руку, помогу, лучше отдам другому, но не себе, да. Угу. Когда на всех там, да, тренингах говорят, что сперва помоги себе, потом помоги другим. Я вот не могу, это, наверное, мой минус, да, который перевелся в плюс, то, что лучше я помогу другим, чем себе, да. В любой момент шальная пуля могла залететь. Ну, в любой момент. Вы спускались в подвал. Вы заходили в резиденцию, вы заходили, там, спасали рестораны, да? То есть в любой момент вот ваша семья могла остаться без вас. Ну, знаете, это вот как я... Никто бы не сказал, что вы герой. Конечно. Подумали бы, что мародер. Конечно, конечно. Но я понимаю, что мной двигал кто? Мной двигал Всевышний. Как это выглядит? Например, кто-то там, представьте, в подвале, тот же самый там военный, да, там курсант просил у Всевышнего, помоги мне. Ну, кто-то же должен помочь. И как будто меня вот кто-то сподвигнул, я вот просто лечу как помощь. И помог и спас, да? Ну, спас Всевышний, а помог я. Просто вот я помог, но спас Всевышний. Мына жақ қап-қара күйе, тым жоқ. Ана жақ қап-қара күйе, тым жоқ. Есіктің алды бәрі қан, шашылған оқ-оқ. Мына жақта бір, мен айтпаймын, бір фирма бар дейді, бұрын госпитальдің орны ғой. Оның бәрі машиналар өтіп кеткен қап-қара күйе. Мына жақ өртенген ортасында мынау ұлттық мұра. Не ғимараты бүлінбеген, не ешқандай экспонат, жаңағы құндылықтар алынбаған, сапса отыр. Все благодаря этой женщине. Мен соған өзім ойланып қалдым, қалай болды деп. Потому что сіз сөйлестіңіз. Жалпы оңнан да. Екені менің ойымша, сіз сөйлестіңіз, и сіз, вы им объяснили, вы их смогли остановить, и смогли объяснить, донести до них, что здесь история нашей страны, да, и что трогать это нельзя. Мен өзім ойлайым, мен содан кейін осы жерде қонып атып, жанымдағы жаңағы қызды алып қалдым, екеуміз жаттық қой, Сәмет, өте күшті ерлік жасады, менің жанымнан бір шақ кеткен жоқ Сәметова Төлешай қызы. Сонда екеуміз әңгімелесіп жатып, мен айтып жатырмын, неге тоқтады деп өзің ойлайсың деп, сонда мен айтып жатырмын, біріншіден, бірақ қазақта бар ғой бір, менің сөзім оларға жетіп, мен көңілін маған аударды ма деп ойлаймын. Екіншіден менің аналығым шығар, әйелдігім шығар. Ер азамат шықса басқаша болар меді. Я менің аналығым, аналық дейм. Үшіншіден мен егер далада осы сөзді айтсам, олар тыңдамай ұру мүмкін еді. Тыңдамай. Мен ойлайым, мына аз ғана кеңістік аудитория мені оларға тыңдата білді. Мені толығымен тыңдай алды олар. Жаңағыдай, жаңа төртіншіден мына музейдің аурасы өйткені бұл жерде киелі заттар, құндылықтар, бабаларымыздың дүниесі. Аруақтар. Аруақтар, меніңше осының бәрі көмектесті деп ойлаймын. Что будем делать дальше, я не знаю.
Я не знаю, что будет дальше, как будет проходить. Нет, вот если вас завтра позовут в органы, потому что, мне кажется, вот такие люди как раз неравнодушные, сильные духом, должны работать в органах. Но у меня есть определенная миссия, которую я придерживаюсь. И в целом, когда говорили, зачем ты защищаешь мало-средний бизнес, у нас есть свой бизнес-клуб «Вавилон», у нас есть там миссия. Это объединение людей с целью совместного гармоничного роста. Это бизнес, это семья, это спорт, это путешествие, личностный рост и так далее. И в этой также миссии у нас есть это повышение экономики Республики Казахстан за счет честного ведения бизнеса, за счет честных налогов, за счет вообще честного ведения бизнеса. Мы создаем рабочие места. За эти, допустим, наши сотрудники от нашей компании, например, они платят государственный налог. Мы же за них тоже платим же. Получается, пополняется казна, и вот это весь город строится за счет мало-среднего бизнеса. И почему я защищал этот бизнес, да, за тот же парфюм, когда мне представляли пистолет? Потому что, во-первых, нарушался закон именно мало-среднего бизнеса. Просто законы бизнесменов, предпринимателей. Потому что две категории, которых я спасал, первое это там людей, под людей пусть и будут, и мародеры, которые там лежали, да, и военных вытаскивали, да. И вторая категория людей – это просто собственность предпринимателя. Потому что я сам знаю, как строится бизнес, что это тяжелый путь. И у многих было такое неправильное убеждение, когда я останавливаю и говорю, зачем ты воруешь, остановись. Это наш тоже казах, наш алматинец. Ну, они же не алматинские были, просто наш казах – это вот, он с Алматы, он простой. У него, зачем ты воруешь, завтра он закроется, бизнес, он вообще может все потерять. У него много денег заработает. Просто люди думают, если человек даже продуктовый магазин держит, он думает, что он миллионы зарабатывает, просто миллионы. Хотя это не так. Вы сами понимаете, это не так. Не так много денег зарабатывает даже условно в бизнесах. Вот, и вот эти две, в основном двое вот этими двигало меня. А то, что да, мы там помогали людям, Всевышний спасал, а мы просто помогали уже, и это двигало. И в целом, я же говорю, даже был момент, когда наводили там пистолет курок в голове, говорили там, за парфюм или симба, типа за парфюм умрешь. И вот что его не сподвигнуло на то, чтобы он не нажал? Что его не сподвигнуло? Значит, какие-то же вне силы помогали же, так как и человек религиозный, это вселенная, каждый может говорить там Бог, метавселенная, кто-то просто говорит вселенная, да, там помог. Но мне помог Всевышний, чтобы он просто не нажал на этот курок. Если бы он нажал на этот курок, а я знаю, что это было боевое, помимо того, что там резины стреляли, то вот так бы и было в заголовках, да, там, умер за парфюм. Если бы еще съемка не велась, то вообще бы сказали просто там, такой-то... Еще не факт, что в списках погибших, еще да? Не факт, что телефон остался бы, да? Ну, не факт, что телефон остался бы, это по-любому бы точно не факт, потому что могли бы телефоны забрать. Ну, и в целом бы просто в списках бы погибших было, а за что вопрос тоже. Сказали бы, тоже вышел на митинги, вот и погиб. И потом люди бы как осуждали, говорили, а зачем ты на митинг вышел? Понимаете? А люди-то не знают, что это было все во благо. И я считаю, даже вот даже списки погибших сейчас выкладывают. А кто знает, возможно, там десятки людей, которые спасали так же, как и я. Спасибо, Дамир. Я от всех казахстанцев благодарю. Взаимно. Да, тоже. Я думаю, что через это интервью многие увидят искренность и такую чистую душу. Вот оставайся всегда таким.